Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Запасные крылья». На моем канале я рассказываю о том, как я похудела на 94 килограмма, укрепила свое здоровье, улучшила внешность, а также обо всем, что меня интересует. Сегодня, дорогие друзья, в моей болталке я расскажу вам о моих шапках, которые я наконец нашла и могу носить, а также о том, как я квасила капусту. Вначале, по традиции, я хочу попросить всех вас подписаться на мой канал на Дзене, смотреть мои видео, ставить лайки и писать комментарии. Это очень поможет мне в продвижении моего нового канала. И еще пара слов о том, почему у моего канала такой широкий разносторонний формат. Дело в том, что я 13 лет, дорогие друзья, вела свой дневник на похудейском форуме «Гавань», «Гавань красоты и здоровья». И там мы, жители нашего форума, вели дневники и каждый день рассказывали своим друзьям о том, как прошел наш день, что у нас произошло, показывали какие-то фотографии, что мы делали из наших каких-то там путешествий, наших домашних питомцев, наши домашние растения, наши дачи. То есть это было такое тесное дружеское общение. И мне вот этот формат очень пришелся по душе. То есть он мне стал как родной. И когда я перешла на YouTube, сначала я пыталась вести канал точно в моих похудейских рамках. Но это было для меня некомфортно, и сама незаметно для себя я опять перешла на формат дневника. И поэтому у меня на канале так много болталок. Болталка, по сути, это и есть страничка моего дневника, где я вам рассказываю, что я купила, что я делала, что я подумала, с кем я встретилась, что меня поразило, что расстроило, что удивило. То есть это формат дневника. Поэтому не удивляйтесь, дорогие друзья, что у меня такая разношерстная информация на моем канале. И начну я свой рассказ с шапок. Я, мои дорогие друзья, отношусь к тому типу людей, которые никогда в жизни не носили шапки, даже зимой. Потому что в этом вопросе у меня дела обстоят, как в анекдоте. Выйдешь без шапки, как дура, наденешь шапку, как дура. Все так и есть. И сколько раз я пыталась какие-то шапки примерять, но не идут ни шапки, не подходят никакие. Шляпки, да, вуали, да, шляпки с вуалями, да. Но согласитесь, зимой в шляпке с вуалью не походишь. Когда пронизывающий ветер, вот на днях было очень холодно, прям ледяной ветер, и без шапки очень некомфортно. Зимой в морозы я надевала шубу и павлово-посадский платок. Но согласитесь, это все же не шапка. И это не осенняя шапка, уж точно. Но я не опускала руки и продолжала поиски хоть каких-то шапок, которые я смогу носить без внутренних противоречий. Вы понимаете, что здесь важно? Не то, как я смотрюсь со стороны, хотя, конечно, это тоже роль играет, но самое главное, как я себя ощущаю в этих шапках. А поскольку я никогда не опускала руки, я же оптимист, окрылитель, и продолжала перебирать и мерить всевозможные шапки, я наткнулась случайно на одну шапочно-шарфовую фирму. Дорогие друзья, я сразу скажу, это никакая не реклама. Когда у меня будет реклама, если она когда-нибудь будет, я обязательно вас предупрежу, что это, дескать, реклама. Но в данном случае это не она. И эта фирма... Она вяжет шапки всевозможных форм и шарфы к ним всевозможных фасонов. И что самое комплементарное в этой фирме, что она вяжет шапки больших размеров. У меня голова 60-го размера. Я об этом узнала, когда в моей школе нам к какому-то празднику шили пилотки и измеряли объем головы. И мне тогда было лет 12-13, ну где-то так.
И тогда я впервые узнала, что у меня 60-й размер головы. Это наследственное. У меня у дедушки был 61-й. У моей тети был 60-й. То есть удивляться тут нечему. Но в советские времена таких шапок на меня не шили, не вязали вообще. То есть я ходила в мужских кроличьих шапках зимой, потому что только они были 60-го размера. Или вязала сама какие-то там шапочки по тогдашней моде. Другого варианта у меня просто не было. И я в поисковике на Wildberries забила вязаная шапка и мой размер 60-62 написала. И вот эту фирму мне поисковик и выдал. И я заказала несколько разных шапок, серую шапку под мою курточку, в которой я сейчас хожу, бирюзовая, у нее воротник под шиншиллу, там как раз вот эти серые цвета переплетаются. Вот раньше, прежняя я, безусловно, заказала бы черную шапку. Но я вам уже говорила, что после 55 я сама обратила на это внимание, а раньше я ходила только в черных цветах. И я обратила внимание, что к немолодому уставшему лицу, так называемому, деликатная, да, фраза, немолодое уставшее лицо, не подходит уже жгучий черный цвет. Он подчеркивает увядание и бледность кожи. И поэтому сейчас я стараюсь покупать более нарядные, яркие цвета. Ну, конечно, которые подходят к моему цветотипу. Кстати, дорогие друзья, вы обратили внимание, что я изменила цвет макияжа глаз? Я имею в виду, вот посмотрите на меня. У меня коричневый карандаш, который подводит межресничный край. У меня коричневая подводка и у меня коричневая тушь. Ну и, соответственно, коричневые тени, как обычно, впрочем. И этот макияж, мне кажется, он мягче, чем черный. Потому что черный действительно, и даже в макияже, он чересчур агрессивен, когда женщина уже в возрасте, и кожа увядшая, поблекшая. То есть коричневый цвет, мне кажется, больше подходит. А что вы думаете по этому поводу, дорогие друзья? Напишите. И я заказала несколько видов шапок и несколько видов шарфов к ним. И пошла в пункт выдачи. Я все получаю в пункте выдачи, потому что у меня такая привычка. Я на Wildberries всегда заказываю много товаров, ну, возврат бесплатный. Потому что если у меня серьезные намерения что-то купить, то непременно нужно померить много вещей, чтобы понять, что подходит. Я всегда все меряю. Я заказала много шапок. И, честно говоря, я шла на примерку без особых надежд. Потому что, согласитесь, мне уже 65 лет, а шапку свою я до сих пор так и не нашла удобоваримую. И каково же было мое приятное удивление, когда самая первая шапка мне прекрасно подошла. Причем это шапка с помпоном. Я принципиально хотела одну осеннюю шапку с помпоном вот под мою курточку бирюзовую. Не знаю почему, но у меня было одно условие в голове, чтобы помпон был нитяной, не из меха, а вот именно нитяной. И я такую серую шапочку «Мокрый асфальт» заказала. И когда ее надела, вы представляете, она не то, что мне как раз, а даже я вот так могла ее оттянуть. Для меня это несусветная редкость. Потому что все шапки всегда мне были малы. Потому что на 60-й размер вообще никто не делает шапки даже сейчас. Даже сейчас. И если были когда-то заявлены 60-е, то я в них не влезала никогда. И я, когда надела эту шапочку, она легкая, но теплая, помпон нитяной. И я не хотела ее снимать, но я, собственно, в ней пошла и стала в ней ходить. Как раз в этот день было очень холодно, ветер был ураганный, ледяной. И эта шапка очень подошла мне под мою курточку. Шарф я пока не купила, потому что эти шапки достаточно дорогие, и сразу не укупишь и шапки, и шарфа там. Пока купила шапку, но там много шарфов такого цвета. И знаете, чем еще хороша эта фирма? Тем, что они подошли, на мой взгляд, к своему бизнесу очень правильно. А именно, у них пряжа хорошая, теплая, 50% шерсть, 50% акрил. И они выбрали очень большой цветовой ряд. То есть у них цветов 20. Это очень удобно. То есть под любую одежду можно подобрать свой цвет.
А во-вторых, они навязали очень много фасонов: шапок, шарфов, перчаток, варежек, гамаш, чего угодно. Я считаю, что вот это правильный подход. И люди довольны. Мы, покупатели, очень активно раскупаем их товар. И они довольны. То есть они работают на своего потребителя. И вот эта шапочка мне очень подошла. А вот посмотрите фотографии. Это я фотографировала себя в пункте выдачи Озон. Я ходила за подгузниками для собаки. На Озоне подгузники, вот эти 48 штук, оказались дешевле, чем на Wildberries, и я заказывала там. И там такое зеркало хорошее. Я себя сфотографировала вот в этой куртке, под которую я, собственно, шапочку покупала. И вот посмотрите, как это выглядит. Вот. А поскольку куртка у меня бирюзовая, я бы назвала ее даже пуховиком, она очень теплая, то я заказала еще и на удачу бирюзовую шапку с отворотом этой же фирмы. Она очень теплая, мало того, что она сама двойная, у нее еще флисовая подкладка. Вот действительно, эта шапка зимняя. В такой шапке можно в Антарктиду ехать, это мое личное мнение, она очень теплая. И когда я померила эту шапку, я вторично была в восторге, потому что она огромная, она на мою голову нигде не давит, уши полностью закрыты. Если та шапка осенняя, серая с помпоном, то есть она слегка облегченная, и наполовину уши у меня закрыты, то вот эта шапка с отворотом уши закрыла полностью. И в ней тоже мне было очень тепло и комфортно. Она абсолютно совпала по цвету с моей курткой. То есть идеально совпала по цвету. И что еще я хочу сказать. Это фасон называется шапочка с отворотом. То есть он избитый. И в 80-е годы, в 90-е такие шапки носили все женщины. Про эти шапочки пел Высоцкий. А все твои подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим. От ихних скучных образин дуреешь, Зин. И мы называли это шапочка с отворотом. Я помню, как я на работе вязала эту шапочку, и все такие шапочки вязали. И из махера их вязали, и из обычной шерсти. У меня была такая шапочка из темно-синей заграничной шерсти с золотым люрексом. Очень была красивая, нарядная, ну, по тем временам. И сейчас, в наше время, мода на такие шапочки вернулась. Но есть одно но. Дьявол всегда кроется в деталях. Если раньше под эти шапочки мы волосы убирали, то есть на голове была только одна эта шапочка, то сейчас такие шапки носят с распущенными волосами. То есть волосы перекидывают наперед. И вот эта шапка смотрится совершенно по-другому. И эту шапку девушки также носят оверсайз. Даже те, у кого маленькая голова, все равно покупают шапку большого размера, чтобы она смотрелась свободно на волосах, чтобы она не прижимала их к голове. Вот посмотрите. И я тоже примерила такую шапочку с распущенными волосами. Дорогие друзья, я вам уже много раз говорила, что я в обычной жизни не крашусь вообще. Я наношу макияж только для съемок, чтобы вам было приятнее на меня смотреть и приятнее меня слушать. Или когда я иду в какое-то присутствие. Ну, то есть, где я должна выглядеть хорошо. Или на праздник какой-нибудь, или в гости, например. Вот тогда, да, в обычной жизни я хожу вот так, как в этой шапочке. Вот, посмотрите. И вот к этой теплой бирюзовой шапки, зимней шапки, я сразу же купила точно такой же, из этой же шерсти, этой же вязки. Там вот эти шарфы представлены в разных вязках. И я купила шарф именно из этой серии к этой шапке.
И у меня теперь очень теплый зимний комплект. И как я себе это представляю? Либо вот с этой бирюзовой курткой, цвет один в один вообще к этой куртке, как будто вот под нее вязан. Или, например, какая-нибудь темная куртка, однотонная, или какое-то темное пальто, или даже моя темно-коричневая шуба. То есть я надеваю вот эту бирюзовую шапку, супер теплую, у меня шуба очень теплая. И сверху красиво повязываю вот этот шарф. И это очень сильно оживляет образ. Кстати, дорогие друзья, к уставшему лицу возрастному подходят вот такие цвета. Бирюзовый, очень хорош брусничный, потому что брусничный цвет дает такой отблеск розовый на лицо. Это, знаете, как про зонтики. Многие женщины, особенно в возрасте, когда они покупают зонтики, они покупают их по рисунку, то есть ориентируясь по цвету зонтика, по его орнаменту. Но мало кто думает о том, что когда вы зонтик над головой несете, свет, преломляясь, освещает ваше лицо и придает ему оттенок в зависимости от того, какого цвета ваш зонт. И если ваш зонт прекрасного салатового, ярко-зеленого, фиолетового или бежевого цвета, будьте уверены, что ваше лицо будет именно такого оттенка. Поэтому, даже выбирая зонтик, надо задуматься о том, какой вы хотите на выходе получить результат. Нет, конечно, можно наплевать на все на это и ходить с зеленым лицом. Можно. И еще пара слов об ошибках, которые допускают женщины в подборе аксессуаров. Раньше, в доинтернетную эпоху, я сама долгие годы допускала такую ошибку. Я помню, что я на рынке купила бежевую куртку. Стеганая такая бежевая куртка, и у нее был бежевый меховой воротник из Чебурашки. И я всегда любила подбирать аксессуары, и я долго потом ходила по рынку, чтобы подобрать себе шапочку прям точно в цвет воротника. Ну, моя логика была такая, что шапочка будет такого же цвета, так как воротник, и это будет комплект. Вы представляете, у меня цветотип в ту пору был яркая зима, контрастная зима. И я выбрала землистый бежевый грязный цвет. То есть вы представляете? И я купила такую шапку. И когда я с удовольствием нарядилась и подошла к зеркалу, то я увидела ужасную картину, просто ужасную. Я была похожа на больного человека. То есть у меня был землистый цвет лица, и мне это ужасно не шло. И знаете, вот вы будете смеяться, но я не могла понять, в чем дело. Я же все сделала правильно. То есть я все правильно подобрала. Второй раз я допустила такую ошибку с грязным оливковым цветом, такой грязный болотный цвет. Я помню, еще был каталог Клингель, и я там купила из кусочков замшевую курточку недорогую. И она была из кусочков замши бледно-оливкового, грязно-оливкового, потемнее оливкового, но все цвета были грязные, то есть серым подтоном. И когда я надела эту курточку, и опять же, руководствуясь этим принципом, я подобрала под нее грязно-оливковые кепи. И когда я это надела, я увидела, что я выгляжу кошмарно. И только гораздо позже меня настигла истина, что когда вы подбираете аксессуары, наряды, одежду, вы должны цвет подбирать шапочки не под пальто, а под ваш цветотип, то есть под ваш цвет лица, понимаете? Если, допустим, вы зима, а вам очень нравится грязный оливковый или бежевый цвет, то, пожалуйста, носите эти благородные, богатые цвета. Но у лица должен быть обязательно ваш комплементарный цвет. Это может быть платочек, шарфик, воротничок, все что угодно, но вашего комплементарного цвета. А внизу, может быть уже любой цвет. Он вас не испортит при таком раскладе. И мне еще, вот из этих шапок приглянулся цвет, знаете, такой вот яркой пыльной розы. Такой розовый цвет, но не карамельно-розовый, не такой цвет, как у Барби, а такой приглушенный, я не знаю, светлый брусничный, так скажем. Мне тоже очень понравился, и я бы купила себе еще один вариант шапки и шарфа,
Но поскольку сейчас это дорого, сейчас сезон, то нужно дождаться конца весны. И тогда многие зимние вещи идут в распродажу, и можно полюбившийся комплект купить. Но, конечно, при одном условии. Если это все не раскупят за осень и зиму, что тоже может быть вполне, такое тоже бывает. Ну вот, дорогие друзья, про шапки свои я вам поведала, а теперь я хочу рассказать, почему у меня видео названо «Кровавая капуста» и как я квасила капусту. Я где-то полгода назад примерно специально искала на Wildberries большую банку 5-литровую с широким горлом для заквашивания капусты. Но естественно, что я ее нашла. По жизни мой девиз таков, взят из старинного фильма «Дети капитана Гранта». Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, ой, тот всегда найдет. Не могу палец согнуть, порезан. Или, говоря библейским языком, ищущий добрящет. И я эту банку нашла, купила. Моя цель была такова. Мне надоело, что из 3-литровой банки, где я раньше капусту квасила, у меня все время она убегала. Ну, надоело вот это все доливать, вот это. И я решила купить банку побольше, но горло обязательно должно быть широкое, чтобы гнет удобно было ставить. И вот я, наконец, дождалась появления вот этой капусты, идеальной для квашения, сорта «Слава». Ну, может быть, это и не «Слава». Они все, продавцы, пишут «Слава», но там не только же «Слава», вот эти плоская белая капуста, там еще есть какие-то сорта, которые подходят для квашения. Почему эти сорта предпочтительнее? Потому что они очень сочные. И они хорошо дают сок, и капуста квасится лучше. Такие сорта более сахаристые. Я взяла тележку. Я вам уже рассказывала, мои дорогие друзья, что уже много лет я не таскаю тяжелые сумки. Во-первых, это глупо. Во-вторых, это ужасно вредно для женщины и вызывает опущение внутренних органов. И вот это ухарство, что да я донесу, ничего страшного, это приводит к серьезным заболеваниям в пожилом возрасте. А тем более в моем возрасте, когда связки и так все ослаблены. Поэтому я купила себе черного цвета элегантную тележечку на крупных таких колесах. Но она среднего размера, потому что мне ни к чему огромные тележки такие. Мне полезнее, да и я люблю, лучше несколько раз сходить. Это вроде бы будет как повод для выхода из дома. И вот я взяла свою элегантную черную тележечку и отправилась на рынок. Там я нашла эту капусту. Я вам сейчас покажу, как она выглядит. Именно так, как я ее в голове себе и рисовала. На 5-литровую банку я купила 6 килограмм. Ну, с учетом кочерыжки, там листья какие-нибудь ободрать. Такие нехорошие. И вот посмотрите, какую капусту удачную я купила. Я все приготовила с душой для закваски капусты. Достала такой ножик, тесак. Знаете, там два лезвия такие, которые мелко рубят. Шинковка для капусты с такими двумя лезвиями. Баночку свою вымыла и высушила. Морковь почистила. В этот раз я решила немножко видоизменить. Ради эксперимента видоизменить заквашивание. Я взяла моркови в этот раз мало, всего одну морковь на 5 килограмм. Обычно я клала очень много моркови, и у меня капуста была розовая. В этот раз я взяла одну штуку и не терла ее на крупной терке, как обычно, а потерла на терке бернер для корейской моркови. Вот. И соль и сахар я решила положить в новых пропорциях. Я брала крупную каменную соль из расчета 18 грамм на килограмм капустно-морковной смеси и щепотку сахара. На килограмм щепотку сахара буквально. Я его не взвешивала, а чуть-чуть совсем, чисто для быстроты заквашивания. И я капусту эту перемешивала. У меня тазик, и я по 2 килограмма вот эту смесь взвешивала, добавляла соли 36 грамм, 2 щепоточки сахара, аккуратно перемешивала, а потом утрамбовывала кулаком вот в эту банку большую. И чем отличаются вот эти сорта сахарные, сочные, что когда я трамбовала, то сразу появлялся сок и капусту покрывал. Это очень удобно.
было. И вот я посмотрю, что у меня получится вот четко по этому рецепту. Если будет хорошо, я повторю. Мало соли буду добавлять. Много соли в следующий раз убавлю. А вы, дорогие друзья, напишите мне, пожалуйста, на килограмм вот этой смеси капусты с морковью, сколько вы кладете соли и кладете ли вы сахар? Я раньше сахар не клала. Эту роль играла морковь. У меня было много моркови. Но поскольку сейчас я решила сделать белую капусту, то я немножечко сахар решила добавить, как некоторые делают. И вот, дорогие друзья, я все приготовила, настроилась на рабочий лад. Взяла этот тесак и начала капусту шинковать. И в самую же первую минуту, когда я только начала шинковать капусту, я саданула себе по пальцу этим ножом. Дело-то житейское, когда вы режетесь обычным ножом, у вас просто порез. То есть это другое дело. А шинковка, как вы понимаете, она мне отчекрыжила подушку пальца. Ну, не очень сильно, но достаточно, чтобы кровь хлынула рекой. И, как вы понимаете, сильное кровотечение само по себе неприятно. Во-вторых, сама мысль о том, что теперь палец у меня будет покоцанный. То есть, вы понимаете, кусок подушки пальца уже не нарастет. То есть, у меня будет такой стесанный палец. И главное, все это в самом начале работы. И знаете, мой организм, что любопытно, в этой ситуации поступил на автомате. Но я хочу сразу объяснить, почему. Потому что, естественно, как любая хозяйка, я резалась и травмировалась, и обжигалась не впервые. У меня были случаи, два, кстати, когда мне приходилось ехать в травмопункт. И у меня вот здесь на пальце огромный шрам, вот так вот. То есть у меня, я бокал мыла, он разбился и отрезал мне вот такой лоскут, и он упал вот так, представляете? Кстати, вы знаете, дорогие друзья, я думаю, для многих это будет открытие, что в наших руках, в кистях рук нет мышц. То есть там нет красного мяса. И я впервые с этим столкнулась и очень удивилась, когда я палец отрезала, вот себе здесь кусок. И он так упал, а там белое и сухожилие. То есть там жир и сухожилие. И мы двигаем руками силой мысли. То есть мы отдаем приказ рукам. И вот отсюда сухожилие, вот эти места сухожилий двигают, сокращаясь наши руки. Представляете, наши кисти. Как это все любопытно. Поэтому мышцы красного мяса у нас в руках нету. И после вот этих всех неоднократных случаев травм я додумалась завести аптечку первой скорой помощи. Я взяла такую красную коробку, и в нее я положила хлоргексидин, перекись водорода, йод, жгут, бинты всевозможные, вата, салфетки марлевые, обезболивающие. Ну, то есть, все, что по моим представлениям относится к оказанию первой помощи, средства от ожогов. То есть, все, что только можно, что я сочла нужным. И я про мою эту коробку помнила. И она мне уже несколько раз пригождалась. И в этот раз, что удивительно, я не успела испугаться и растеряться, как обычно. Потому что, когда ты пугаешься, когда ты видишь кишки пальца, то у тебя логическое полушарие отключается, и ты мечешься, не зная, что делать. Но в этот раз, так удивительно, у меня организм сработал на инстинкте. Почему он выбрал такую тактику, я не знаю. Но я думаю, что это инстинкт, потому что я не думала ни о чем. Он сразу сработал в первую же секунду. Как только я себе подушку срезала, кровь, естественно, сразу хлынула. А мне надо было добраться до моей сигнальной красной коробки и предпринять какие-то спасительные действия. Мой организм засунул палец в рот, и вот этой вот срезанной подушкой он сильно прижал вот этот срез к небу. И кровотечение сразу остановилось. Это было, знаете, вот я ощущала это как присоска прям. То есть присосалась вот эта рана к небу. И у меня палец во рту, прижатый к небу. То есть это было не мое осознанное решение. Я еще раз хочу вам это сказать. Это произошло в секунду. То есть, а потом я обнаружила, что у меня палец во рту и прижат к небу. И вот одной рукой я доставала из вот этой моей коробки перекись, все. А там, знаете, надо еще пробку выковыривать. Я бы, конечно, выковырила ее зубами, взявши. Но зубы-то заняты, рот-то занят пальцем.
И мне пришлось с трудом. И я взяла ватный диск и сразу начала останавливать кровотечение. Конечно, перекись водорода помогает. Потом я прижала давящую повязку одной рукой, сделала. Хорошо, у меня там и бинт, и все. Ой, дорогие друзья, как же я довольна вот этими бинтами. Но тогда я перебинтовала обычным бинтом. Работа-то не ждет, и у меня, конечно, этот бинт начал тяжелеть, наливаясь кровью, но дело-то надо доделывать, вы же понимаете, подушка, что о ней жалеть? Подушка не пришьешь и не нарастет. А дело, оно, как говорится, будет не сделано. И поэтому я отрезала от перчатки палец, у меня не было напальчников, но я сделала импровизированный, надела на палец, вот примерно так это было. И продолжила резать капусту. И знаете, это было позавчера, и я повязку меняла только один раз. У меня сразу кровище опять хлынуло, потому что она приросла к ране, а естественно, когда я от раны-то ее отковыривала. И вот сегодня мне предстоит хлоргексидином размачивать опять рану, опять кровище пойдет, но что делать? Надо же рану как-то за ней ухаживать, а то врастет этот бинт намертво. Очень неприятно, у меня палец сильно дергает. Потому что рана неприятная, ну вы понимаете, когда. Но на самом деле это не редкость, когда хозяйки себе подушечки пальцев отрезают. Дело житейское, у меня это уже вторая подушечка за годы лихолетий. За все приходится платить. И за вкусные обеды и ужины тоже из домашней заготовки. Знаете, у меня есть еще один тесак Самура. Имя обычно китайцы, корейцы шинкуют овощи. Он острый, как бритва. Когда я его принесла домой, я знала, что он острый, как бритва. И я его аккуратно решила ополоснуть, я сразу порезала себе палец, очень глубоко, но рана быстро зажила, потому что она была ровная, чем ровнее края раны, то есть я их стянула сразу, пластырь налепила, и они быстро срослись, края раны. То есть вы понимаете, я боюсь его, он у меня лежит острейший тесак, у него лезвие тонкое, он режет острее бритвы. И вот после этого случая я боюсь, то есть я когда беру его в руки, у меня сразу перед глазами кровавые картины, как я вся изрезываюсь этим ножом и валяюсь на полу в луже крови. Вот такие страшные картины рисует мой опытный мозг. Но, конечно, мое чувство долга превысило мои кровавые потери, и я доделала капусту. Капуста у меня уже 2 дня стоит, я ее каждый день протыкаю утром и вечером. И вот эта жидкость, она поднимается, этот рассол. Кстати, вот посмотрите, это сразу после нарезки капусты, когда я только порезала и сверху груз поставила. Я взяла банку 700-граммовую, в нее налила воду, в целлофановый пакет, и капусту я накрыла капустными листьями и сверху поставила гнет. И там еще вот столько получилось вот этого капустного сока. Вот как это было сразу. И сок начал подниматься, но пока он не выливается. То есть я надеюсь, что в этот раз у меня никаких бежаний через край не будет, которые меня нервировали, честно говоря. Я ж не просто так 5-литровую банку покупала. И вот мне очень любопытно, вот при моих нововведениях, то есть для меня, может кто-то так всю жизнь делал, но для меня это новшество. Уменьшенное количество соли, добавление немножко сахара, маленькое количество моркови. А скажите мне, дорогие друзья, а кто-нибудь из вас делал капусту вообще без моркови? Вот раньше, в советские времена, мы часто покупали квашеную капусту на рынке у бабушек, и они квасили ее в бочках. Она была белая, как снег, там вообще моркови не было. Какая же она была вкусная. Ой, не могу в кулак руку сжать, больно. Какая же она была вкусная, ядреная такая прям. А можно ли сделать без моркови вообще? И нужно ли в таком случае класть сахар или нет? Напишите, потому что я капусту теперь буду квасить всю зиму и весну, но пока есть вот эта капуста. Потому что капуста, дорогие друзья, это суперфуд. Это продукт ферментации, который нам совершенно, абсолютно необходим.
И мы должны есть квашеную капусту каждый день, хотя бы небольшую такую пиалу салата. И я собираюсь есть ее именно каждый день. Ну и экспериментировать я тоже люблю. И еще, как вы знаете, я очень люблю получать полезные советы. Потому что когда мы с вами, нашим дружным коллективом, обмениваемся всевозможными рецептами, то это называется коллективный разум, а он всегда сильнее и мощнее, чем разум одного человека. То есть мы узнаем много нового. И еще хочу попросить, если у вас есть какие-то необычные рецепты квашения капусты, напишите. Я бы обязательно еще что-нибудь попробовала. Ну, ради эксперимента. Ну вот, дорогие друзья, я с вами поболтала, то есть написала еще одну страничку моего личного дневника и дала вам почитать. А в конце, как всегда, моя любимая аффирмация: с каждым днем моя жизнь становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока!